Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить Бога Войны. Итак, мы с вами продолжаем проходить испытания в Муспельхейме. Мы в конце не смогли выполнить еще одно, это победить 20 врагов, при этом ни разу не получив урона. Там оставалось чуть-чуть и нас слегка зацепило. Ладненько, попробуем еще разочек. Так, а потом интересно, куда мы с вами пойдем? Наверное, туда, да, потому что мы спрыгнули снизу. Хорошо, попробуем еще раз. Избегайте получения урона. Вот, ну, поехали. Они. Я готов. Испытание номер 5, высокая сложность. 20 врагов. Сзади, Траубер! Просто! Я не готов! Давай, готов быть. Берегись, отец! Так, это только 4 было. Вот. Хорошо. Готов, жду приказа. Давай вот этих лучше. Отлично. Где еще один кошмар? А все? Кошмаров нет? Так, хорошо. Они идут сюда. Половина. Где волки-то? О, как хорошо прям справились. Смотри, сразу троих. Так. Прости, я не готов. Отец, берегись! Да берегусь. Брат, справа! Ага, хорошо. Четверо осталось. Враг справа! Уходи! Волки готовы? Не готов. Не готовы? Ху! Вот это был класс, да. Ни одного урона не получили. Фу, жесть. Вот это, конечно, жесткое испытание.
Отлично. Открылись другие врата. Ну, пойдем. Так, сколько еще, по-моему, этих испытаний непонятно. По-моему, еще одно осталось, да? Еще один меч. Если бы к этой жаре добавить холод Хельхейма, было бы в самый раз. Если бы у все отца были крылья, он был бы драконом. А? Сарказм, парень, сарказм. Такс. Ага. Нигде больше попасть, никуда нельзя. Тут уж бывают еще сундуки. Заныканные. Ну вот пока что-то не встречал. Так, там нету. Обычно я не особенно боюсь высоты, но держись крепче. Полностью согласен. Главное не смотреть вниз. Ой-ой-ой, главное не смотреть вниз. Труд завершен. О, серьезно, Валькирия? Не-не-не, друзья. Валькирия на самом конце остается. Это на самом последнем. По идее, мы что, прошли все испытания Муспельхейма? Ну да, арена номер 6. Не, ну можно, конечно, попробовать, но что-то как-то я чувствую, что у нас не получится с этим делом. А это кто? А кто там? Мне отсюда не видно. А да, вот так? Крылатая тварь в броне. Похоже на Валькирию. Валькирия? В Муспельхейме? Не может такого быть. А ты сам посмотри. А, докажите свою доблесть, победите Валькирию. Класс. Ну понеслась, что уже туда. Началось! Приготовься. Давай, наверное, на другие стрелы. Огонь справа! Ох, нифига себе! Офигеть! Ох ты, ё-моё. Камушек. Камушек. Иду. Ты будешь жить. Исцели себя. Враг слева. В смысле враг слева? Как? Каким образом она меня зацепила-то? Отец,
тебя все в порядке! Я готов! Рома! Свобода? Ты уничтожил мою плотскую оболочку. В ответ я могу лишь поблагодарить. Ну ладно. Вальхалла ждет. Прощай. Невероятно. Очень интересно. Кажется, что ее тело было для нее тюрьмой. Она будто бы хотела, чтобы ее убили. Тогда к чему было сражаться? Неважно. Главное, что мы поступили правильно. Надо поискать других валькирий. Других? Они сильнее, чем все, кто нам встречался. Для тебя это полезный опыт. Да, мало кто сильнее валькирии. Легендарная просьба. Вы начали выполнение легендарной просьбы. Оскверненные валькирии – это могущественные создания, которых можно встретить в тайных комнатах Одина, а также в других мирах. Победить их непросто. Для этого вам потребуется особенно качественное снаряжение. Найдите и убейте всех оскверненных валькирий, чтобы узнать правду и получить легендарные награды. Фух, шлем Гандюль, блин. Легендарный шлем – шлем валькирии Гандюль. Он хранит в себе следы ее духа, тоскующего по сестрам. Ох, жесть какая. Это что? Перчатки валькирии. Ну-ка. Ну, слабенькие, но может быть, если их прокачать. Низкий шанс мгновенно восстановить все иронические атаки при убийстве врага с помощью любой из них. Угу. Ну, допустим. Асгардская сталь. О, хорошо. Глаз Левиафана, эпический предмет чар, увеличение урона от всех бросков топора на 6%. Понятно. Еще асгардская сталь. Огненный шторм Муспельхейма, легендарный предмет. Самый жаркий огонь с горных вершин Муспельхейма, используется для улучшения могущественных предметов. Это как раз нужно для покупки последнего улучшения для нашего топора. Нет, подожди, не для топора, или для топора. Что-то я запутался. Нет, по-моему, для клинков это улучшение. Ух, жесть. Но мне пока не дали ачивку за испытание Муспельхейма. Я что, не все прошел? Я вроде все прошел. Голос поражен.
Он говорит, что за победу над Валькирией он даст доступ к новым испытаниям. Кажется, все мечи вернулись. В смысле, ты хочешь, чтобы я заново прошел все испытания? Нет, спасибо. Серьезно? В смысле, все мечи вернулись? Я не хочу, чтобы они все возвращались. Ну-ка, давай попробуем просто сходить, посмотреть. Так, шестая арена, да? Допустим, давай я пойду на пятую арену. Меч там вернется? И как быстро? Так, ну и куда мне идти? Что-то я не очень, наверное, самое удачное выбрал место. А, да, реально, ты смотри, они снова вернулись. Нет, нет, нет. С меня хватит. Так, тут можно как-то перебраться? Надо идти дальше, в следующий мир. А потом уже убивать валькирий. А это как раз я сейчас иду наверх. Ну, отлично. Ну, ладно. Чего? В бой? Какой в бой? Нет, дружище, успокойся. Никаких боев. Давайте смотаемся к кузнецу. Лавка Брока, где у нас тут находится здесь? Это арена номер один. А, вот лавка Брока. Да, Валькирия, конечно, жесткая. Есть некоторые атаки, которые просто непонятны мне. То же самое, допустим, Вальгала. Вроде иногда я делаю два ворота, я уворачиваюсь. Иногда делаю два ворота и нифига не уворачиваюсь. И я не понимаю прикола, когда, в какой момент надо тогда уворачиваться, чтобы не получить Вальгала, блин. Брок, ты любишь жару? Жар очень полезен в моей работе. Размягчает даже само пространство. Волшебные двери, которые ты так любишь. Тут они переходят одна в другую, их и толкать не надо. Разбуди парочку и сам увидишь. Путешествовать по Муспелю – плевое дело. Ну, если только тебя не поджарят. Все? Я готов к работе. И мы готовы. Так, улучшить броня для рук. Перчатки Валькирии. Безупречная асгардская сталь. У меня ее нет. Клинки хаоса, пламя хаоса. Вот как раз купить ресурсы. Вот, пламя хаоса я могу купить. Отлично. Теперь улучшаем клинки. Как-нибудь приноси мне их еще. Все, отлично, максимально скорее. Улучшили. Максимально улучшили клинки. Левиафан пока непонятно. Это замерзшее пламя, ладно.
Так, продать что-нибудь я могу. Что-то я забыл. Да нет, вроде ничего не забыл. Артефакты, камни воскрешения. Нет, ничего нет, ничего не собрано. Улучшить талисман. До сих пор не могу. Рукоять для клинков. По-моему, я улучшил то, что у меня было по максимуму, поэтому смысла нет. Броня для рук. Почему только одну эту могу броню улучшить? Безупречная асгардская сталь у меня ее нет. А могу ее купить, кстати? Нет, не могу. Хм. Как интересно. Не, я бы, конечно, поставил, но пока это у меня плохо. Он снижает у меня все. Его бы прокачать бы, тогда, может быть, что-нибудь попадется нормально. А пока нет. Создать. Ну, вот у меня пепел есть, получается, да? Но он пока не очень. Умеренный шанс нанести соседним противникам урон от огня при получении урона. Полный комплект брони пепла павших повышает вероятность срабатывания. Угу. Шанс создать огненный щит, наносящий противникам урон от огня, не позволяющим прерывать ваши атаки. Полный комплект брони повышает вероятность срабатывания. Но опять-таки, это если создать, а потом это все дело улучшать. Шанс получить огненную ауру, повышает силу и восстанавливает немного здоровья. Полный комплект брони повышает вероятность срабатывания. Сила, защита, живучесть. Это можно типа создать, а потом думать, что лучше, да? Но это как раз вот Нифльхейм надо идти. Мы сейчас, в принципе, туда с вами и отправимся. Что же там еще было? Так, поехали. Нам сюда. Так, Муспельхейм. Ванахейм нам не нужен. Ютунхейм нам не нужен. Альфхейм нам не нужен. Хельхейм не нужен. Свартальфхейм тоже не нужен. Асгард не нужен. Нифльхейм. Пошли, Нифльхейм. Не знаю, что тут искать, но вот мы здесь. Плохо пахнет. Так, карта обновлена. 4 неизвестных, хорошо. И что это за странная штука? Да, странный материал. Фу, что это? Туман проклятый. Проклято? Верно. Немного подышать можно, но задержимся, погибнем. Чудное местечко этот Нифльхейм. Понятно. Эх, туманов. Смотри. Слушаюсь. Посмотрим.
Так, добавлена легенда. Проклятие Ивальди. Остановись. На этом месте лежит проклятие Ивальди, чье искусство угрожало богам Асгарда. Мой отец превратил туман Нифльхейма в грозное оружие, которое обернулось против своего создателя. Его изобретательность и мастерство не знали равных, но именно его талант, его гений навлек на нас гнев асов. Поэтому я, Мацагнир, отрекаюсь от этого места, отрекаюсь от гномов и отправляюсь в добровольное изгнание в Мидгард. Те, кто не покинет этот мир, отправятся в могилу вслед за моим отцом. Мацагнир, сын Ивальди. Угу. Мацагнир, значит, родом отсюда. Так, что у нас получается? Ничего не получается. Как было 4 неизвестных, так и осталось 4 неизвестных. До сих пор неизвестно. Ну, конечно, куда же без гномов-то? Ну да, тут Синдри будет, получается. А-а-а! Ну надо же, какая встреча! Не думал, что встречу тебя здесь. Какой мерзкий туман. Думаешь, меня испугает проклятый туман? Вообще-то да. Я пытаюсь создать доспехи, которые защищают от него. Материалы, которые мне нужны, здесь, в мастерской Ивальди. Но они покрыты этим туманом. Готовься. Эти доспехи видели в центральной комнате мастерской. Вход в нее закрыт. Но если у меня будет эхо тумана, то я смогу сделать камень-ключ. Пожалуйста. Добудьте 500 фрагментов эхо туманов. Удерживайте, чтобы отслеживать задание. Не советую долго оставаться в тумане. Вонь прилипнет к волосам, оружию, броне. И я не прикоснусь к твоему добру, пока ты не сожжешь всех этих крошечных тварей в огне Муспельхейма. Кроме того, он тебя убьет. Что-то написано. Написано «Мастерская Ивальди». Эти проклятые руны содержат редко эхо туманов, пригодно для создания великолепной брони. Если вы вернете сюда, все враги ловушки и сокровища восстановятся. Забирайте все, что успели взять, и носите ноги, пока вы не стали очередной жертвой мастерской. Когда мы уходим, тут все перемещается? Невероятно! Атрей, соберись. Здесь очень опасно. Гномья изобретательность. Впечатляюще и опасно. Так, ну пойдем. Ой, серьезно, что ли? Правый фланг! Здрасте. Так, может тогда взять топор лучше? Особо ничего поменялось, только, наверное... А, не, поменялось. Наверное. 194. А нужно 500, да? Ты
Ой-ой-ой. Резануло, конечно, мне немножко больно, да? Так, подожди, здесь не влияет туман или влияет? Ну. Ну в смысле, бля, кому? Нет, я не справлюсь, нифига не понял, что это откуда мог меня кто ударить. Ну ударь ты его, блин. R3 нажимаю. 500 раз уже нажал R3. Пятьсот-то я набрал. Получается, надо сюда валить тогда, да? 700. Надо скорее выбираться из тумана. Да я уже понял. Вышел ежик из тумана. Ну давай, сжимайся. Ну. Я должен успеть. Беги. Фух, успел. О, похоже, вы нашли достаточное эхо и не погибли. Потрясающе. Синдри, как ты делаешь вещи из тумана? Ты не поверишь, но раньше гномы создавали из тумана настоящие чудеса. Ищи и дальше эхо тумана. Оно мне очень пригодится. Угу. Идеальный артефакт поветрия. Чары, немного повышающие случайно выбранную характеристику и дающие защиту от проклятого тумана Нифльхейма. Хорошо, это чары. Ресурсы. Входной камень. Блин, мне теперь не хватает, да? Я создал этот, и все, пипец. Хорошо, это, получается, у нас были чары. Очень высокий шанс очистить восстановление защиты от проклятого тумана Нифльхейма при убийстве врага. Наделение сопротивляемости проклятому туману. 1500 требуется. Камень Хвергельмира. Вызов очистительной дымки, который восстанавливает небольшой объем здоровья и позволяет кратко дольше находиться в проклятом тумане Нифльхейма. Но это для того, чтобы, знаете, проходить, получается. Это как данж.
То есть ты постоянно туда-сюда, туда-сюда бегаешь. Держись подальше от Драугров. Хорошо. Так, подожди, талисман. Нужно поставить. Вернее, не талисман. Кстати, подожди, по поводу... Да, клинков. Так, теперь броня. После улучшения также будет устанавливаться небольшой объем здоровья, но он пока не максимально прокачанный. Но, по крайней мере, у него хотя бы есть здоровье. Вернее, две ячейки для этих, для рун. Глаз Левиафана, это не то? Вот, идеальный артефакт поветрия. Ставим. Бег в течение 3 секунд позволяет получить ауру неукротимости, не позволяющую противнику прерывать атаки Кратоса. Парирование. Повышение скорости накопления ярости на 10%. Уменьшение урона от всех атак Валькирии на 5%. Кстати, надо было, когда против Валькирии драться было. Урон от холода. Бросок топора. Отравление. Ну, это бросков топора. Я не бросаю топоры. Увеличение всего наносимого урона от огня на 25%. Уменьшение получаемого урона на 30% после получения урона во время рунической атаки. Тет, наверное, поставлю. Пусть будет ярость. Так, ну тогда пойдем накапаем хотя бы этот. Придраж будет справляться. Мне надо бы сейчас тогда накопить 500. Волки! Отлично. Сто девяносто семь. Знаете, поскольку у меня сейчас смысле, я нифига не понял, каким-то боком меня зацепило, блин. Офигеть, вроде стоял. Волки! Волки? Я бы сказал, что не волк, нифига. Все, отлично. Его там как раз раскромсало. Сто восемьдесят четыре. Как меня так неаккуратно порезало-то? Я что-то не понял нифига.
Ой-ой-ой, я понял. В смысле, тут еще есть руны? Та, это колокольчики. Ё-моё. Да, тут еще надо попасть в него. Отлично. Получилось. Ну, в принципе, их мне хватает. Из согласен. Я думаю, этого мне хватит. Успел. Давай, Кратос. Отлично. Так, ну первым делом тогда делаем ключ. О, похоже, вы нашли достаточное эхо. И не погибли? Потрясающе. Так, ключ. Синдри, как ты делаешь вещи из тумана? Ты не поверишь, но раньше гномы создавали из тумана настоящие чудеса. Ищи и дальше эхо тумана. Оно мне очень пригодится. Замерзшее пламя. Это не то. Подожди, а где ключ-то? Не понял. Где гребаный ключ-то? Сейчас опять потрачу, блин, на эти все. Где этот ключ, я теперь опять не понимаю. Камень. Ну, там стоило 500. Это не то. Где находится гребаный камень? Иногда лучше вообще ничего не купить. Да, я готов. Где его купить? Что приглянулось?
Вот, блин, входной камень. Ё-моё. Так, все отлично. Куплен. Теперь хотя бы можно его использовать. А здесь у меня талисман, и я не могу его сейчас купить, потому что не хватает чуть-чуть. Ну, давай хотя бы просто поставим. Поставим, и будем с вами на сегодня заканчивать серию тогда. Так сказать, хотя бы понимать, да, куда идти. Да ёб твою налево. Все, сдох. Мы вошли. Войти-то вошли. Какая-то новость. Это те доспехи? Вид у них не очень. Можешь их надеть? Нет, она мала мне и слишком древняя. Отнесем ее гному. Так, отдайте броню, отдам. Семь с половиной тысяч эхотоманов. Ну да, это точно данж. Это надо просто тупо крафтить. Постоянно собирать. 20 тысяч эхотоманов. Еще якорь тумана какой-то нужен будет. Офигительно. Семь с половиной тысяч тоже. Пять тысяч. Две с половиной тысячи. Потому что самый маленький 2500. Не, за 1000, кстати, есть. Но тогда я не смогу создать талисман, да? Ха-ха. Ну, в принципе, а чё бы не открыть-то? Раз уже здесь... О, а тем более... А, нет, мне не хватает. Так сказать, у меня 2000 уже есть. Нет, пока у меня 2000. А, есть у меня 2000, отлично. Открываем. Идеальный артефакт поветрия, нифльхеймский сплав. И все, да? Окей. Ну, вроде как, в принципе, все. Не, подожди, что тут еще есть? Еще эхо туманов. 10 тысяч какой-то якорь тумана еще. Ладненько, но это опять-таки данж. Это я буду проходить его за кадром для себя.
не в записи. В принципе, у нас все. Все осталось. Осталось только Валькирии. Так что, в принципе, мы... Да ё-моё, отвали ты, кошмар. Всё. То есть, либо мы туда идем в центральную, всё заново появляется, либо туда идем на выход, всё заново появляется. Ладно, пойдем. Для того, чтобы такой данж проходить, это надо будет делать броню. Это то, о чем я думаю? Никчемная броня? Никчемная? Ха, маловер. Эти доспехи носил сам Эвальди. Да, они знавали лучшие времена. Но с помощью эха тумана я их восстановлю. И тогда они будут защищать от проклятия Эвальди. Если в мастерской нет больше ничего ценного, нет смысла здесь оставаться. Ты видел сундуки в центральной комнате? И в глубине тоже полно добра. А еще там три разрыва мира, конечно. Но с ними лучше поосторожнее. Почему? Это же настоящие разрывы в ткани реальности. Хочешь засунуть в них руку? Валяй! Да уже сували. Просьба выполнена. Да, да, заходите. Так, продать. Чары могу продать. Вот, продать. Окей. Как-то так. Ладненько. Тогда давайте с вами на сегодня закончим. В следующей серии тогда мы начнем с вами убивать уже Валькирии. Так что, ребят, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Азербабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.